Сегодня я предлагаю вам рецепт оригинальной закуски «Солнце в авоське», которая готовится очень просто. Блюдо невероятно простое, но тем не менее вкусное и сытное. Пусть на вашем столе засияет солнце. Закуска «Солнце в авоське» точно не относится к разряду банальных закусок. Эта закуска готовится под девизом «легко», «просто» и «оригинально». И главное ее достоинство в том, что она прекрасно подойдет для выездного мероприятия или пикника. Давайте пробовать. 1. Картофель нужно почистить, отварить в подсоленной воде, а затем растолочь с 50 граммами сливочного масла. 1. Картофель нужно почистить, отварить в подсоленной воде, а затем растолочь с 50 граммами сливочного масла. 3. Сыр натрите на терке, лук мелко нарежьте. 4. Остатки масла растопите и посолите, выдавите туда с помощью чеснокодавки 2 зубчика чеснока. 5. На застеленный пергаментом противень выложите батон и наполните его картофельным пюре. В центре сделайте углубление и вбейте яйцо. Посыпьте зеленью и сыром, не попадая на желток. 6. Кусочки мякиша и нарезанную верхушку разложите по кругу и смажьте маслом с чесноком. 7. Запеките в духовке при температуре 200 градусов. Выпекайте примерно 15 минут, пока не загустеет белок. Можно подавать. Приятного аппетита!